24 ноября 1638 года Казацкая Рада утвердила ординацию – устав запорожских реестровых казаков, находящихся на службе Речи Посполитой. Уже существовавшие до этого так называемые реестровые казаки имели льготы и привилегии. Их формирования были созданы во многом как альтернатива остальной казацкой массе, постоянно пополнявшейся в том числе и за счет беглых крепостных крестьян. По новому документу количество реестровых казаков сокращалось до 6 тысяч человек, ликвидировалась выборность старшин и казацкий суд. Власть над реестровым казачеством переходила в руки польских магнатов и шляхты, которая пыталась постепенно заменить трудноуправляемых запорожцев подконтрольными реестровыми казаками. Однако подобные меры Речи Посполитой не имели желаемого результата. Нереестровое казачество постоянно увеличивалось и уже через 10 лет стало основной движущей силой войны за независимость Украины. 24 ноября 1905 года вышел закон, позволивший издавать литературу на национальных языках, выпускать журналы и газеты, создавать культурно-образовательные организации и открывать национальные театры. Это был период возрождения украинского языка и культуры. В числе первых украинских изданий была газета «Запоріжжя», выходившая в Днепропетровске, тогда Екатеринославе. Всего на протяжении 1905-1907 годов в Украине на национальном языке издавалась 21 газета.